В Астане появилась аллея выпускников Назарбаев университета. Сегодня вместе с президентом учебного заведения Шигео Кацу бакалавры, магистранты и докторанты высадили там первые деревья. По их словам, это место у главного корпуса университета может стать любимым для всех учащихся. Выпускники уверены, что с их легкой руки хорошую традицию поддержат студенты других курсов и будут каждый год сажать там по одному именному дереву. Это хорошая традиция во многих университетах, когда выпускники садят деревья. Мы, как первые докторанты высшей школы образования, подарили в этот парк лавочку. То есть мы надеемся, что эти деревья послужат таким хорошим местом, где студенты смогут посидеть, почитать книги.